Всем приветик! Сегодня начинаю снимать новый влог, и начинаю я его с одного хорошего дела. Я сегодня еду с мамочкой, с Давидом к своей сестричке, но прежде мы заехали по одному адресу, чтобы оставить целую огромную коробку косметики для девчонок-подростков из детдома. Я собрала то, что, мне кажется, им пригодится, и нашла женщину, которая занимается помощью деткам в детдоме. Обязательно потом еще соберу детскую одежду, постельные принадлежности, в общем, всякие штуки. Просто уже на сегодня не успевала, но косметику я отобрала. Я понимаю, что это не вещи прям первой необходимости, но мне кажется, девочкам-подросткам они понравятся и очень даже пригодятся. Вот такая огромная просто коробка. Надеюсь, девчонки порадуются. Там просто куча всего. Ладно, не буду раскрывать, но она полная и неподъемная. Все отдала, говорю тихонечко, потому что Давид там уснул. Мамочка моя, мамочка, помаши ручка. Твоя любимая. Ты у меня как королева Англии, знаешь, ты всегда во влогах. Ты же говоришь, помаши ручка. Все, едем к моей сестре и племяшке. Карина, это подаруночки? Карина у нас думает и говорит на английском языке. It's magic. This is a magic. Это еще намечку. This is macaroon. Oh, it's magic. Magic. It's magic. Why, mommy? It's called this. It's time this. Next. На принцессу, да? Скажи, на принцессу. На принцессу. Дай булочку. Я хочу, да. То ты ж не подивилася, добре, подивись. Дин-дин-дин-дин-дин. Ну, щенок. Мама приперла что-то для Кати. Катя спросила, мама, ты что, к нам переезжаешь? Просто смотрите на вот эту сумку. Мама, там трубки? А чемодан? Так, подожди, я должна это проверить. Ты понюхай, не пахнет? Мы туда с тобой, Катя, вдвоем поместимся. Все чистенькое. Карине буду рожать. О, это твой сарафанчик, да, Катя. Сарафан, ты его носила, когда тебе было 18. Какие 18, Даша? Мне было лет 15 или 16, когда его купили. Вот, Карине будет мама говорить. Совсем скоро, через пару лет. Смотрите, как отлично можно использовать коробки от пресс-паков. Don't worry, guys. Don't worry, guys. Okay. Это у нас коробка Look Fantastic. Это Avon. Это тоже Avon. Это Милупа желтая. И у Карины кукольные домики, да? Дай натискати. Дай натискати. Я хочу натискати. Оце. Окей. Не уверена. Ох. О, вау. Ты наша американка. Наша свинину чи курицу, что лучше? Я и свинину, и курицу ем. Ой. Давай, кусай, Давид. Карина говорит, it's time to eat. Кусай. Окей. Кусай. Ами, this. О, так молодец. Молодец. Знаете, как Карина выучила английский? Катя ей включала английские мультики и также говорила с ней на английском. В итоге Карина говорит на английском и немного на украинском. Что, Катя, не напекла пирогу? Нет, оливье не сделала к приходу гостей. Херовая хозяйка. У меня еще и тесто-то не до конца разморозилось, ну ладно. Что, покупное? Да. Вообще, как так можно? Не уважаешь гостей. Не уважаю. Надо, когда кто-то к тебе идет, простоять. Вы что, люди? Простоять сутки у плиты, убиться, да, у хайдоха. Ненавидеть все на свете. Да, зато
Хозяюшка. Хозяюшка. Это зато будет уважение. Не воспитала себе мать. Вообще. Ей скажи. Оцените размер Катиного мужа. Человек, так, мы плечо к плечу. Человек великан просто. Сюда поместится 10 Кать. Всем привет! Наступил. Всем привет! Наступил. Следующий день. Следующий день. Мы едем сейчас на дачу. Былечка тоже с нами стриженная, к моей подружке Катюшке. Кстати, я в Инстаграм уже мельком выкладывала, на Ютуб еще не говорила. Моя лучшая подружка, с которой мы дружим с 7 лет, стала мамочкой. У нее замечательная дочечка, которую мы все сватаем Давидику, а Давидика Алиночке. Вот, и мы едем, в общем, к ним в гости на дачу. Будем кушать мяско, салатик и весело проводить время. Катя моя с Виктором. Мясо для Дарьи. Для Дарьи Алексеевны. Красота. Ну Даша там горит, сейчас подожди. Переснять. Алинка, кто тут песни поет? Кто тут песни поет? Ты поешь, да? Давидик. Иди к нам, Давид. Иди. Ня-ня, да, Алина. Да, ты что? Да, ты что? Что ты там рассказываешь, мышка? Да, тебе нравится? Нравится, да? Класс, да? Ой, ты лапочка такая. Шикарная погода, прекрасный воздух, одно удовольствие отдыхать. Мы очень любим приезжать к дяде Феде, к Катюшке на дачу, потому что у них тут очень классно. Больше всех на дачу любит ездить Белька, потому что здесь живет Рей, овчарка. И они с ним гоняют постоянно вот так вдоль забора, туда-сюда. Он ее прям ждет, скучает за ней. Мячик хочешь отобрать? Сейчас Давид тоже начнет с ними бегать на карачках. Смотрите на них. Посмотри, вот здесь встань, сними, как она бежит. Да, бегает, скажи, смешно. Где моя родина такая? Папа снимает, да? Папа! Шли мы такие, шли. И повисли. И снова шли. Оп! Моя ты родись. Да, Былька с Реем бегают. Здрасте вам. Мы к вам в гости. А у кого палец изо рту? У кого палец изо рту? А тут. А вот Бель, иди сюда. О, Бель. Снова пахнет. А вон, видишь, собачки пришли, собачки бегают. Видишь, Рей какой большой. Красивый. Да, красивый такой собачка, красивый. Немец. Да. Такая мышка, такая мышка, и маленькая мышка. Давай танцевать. Пам-парам-пам-пам-пам, пам-парам-пам-пам-пам. Иди сюда. Я думаю, может ей одеть вот эти,
обувь, да. И, ну, попробуй. И попробуй, ну, да. Чтобы можно было ее ставить. Может, типа. Попробуй, да. Они, может, кстати, по размеру ей даже. Ну, великоваты еще чуть-чуть будут, но не же застегивает. Дерево, да? Это груша. Это грушка. Ня-ня-ня-ня-ня. Сид! Да? Вот такой красивый у нас стол. Кто-то кушает банан. Оп. Приятного аппетита. When